Ребятки, всем привет, всем доброе утро, всем желаю хорошего дня, всех вас целую, люблю, до луны и обратно. В общем, смотрите, это мой первый урожай, собрала, ну урожай как, тут в общем черри все, черри, перец, черри все вида помидор, даже то, что не черри, оно тоже черри. Короче, вот видите, вот такое вот все. Все в этом году черри, потому что засуха, это вот вообще, ну жара у нас была, но вот именно вот такая засуха, по-моему, это было первый раз. Так что крутим все черри. Тут им банки подготовила, компоты сейчас заодно закручу. Вот это я закручивать не буду, я сейчас просто перекручу через мясорубку вместе с болгарским перцем, налью в стаканчики в пластиковые и все это на заморозку. Зимой буду в борщ добавлять. В общем, как-то так. Так, а компот буду крутить вот с этой, что это алыча. В общем, такого добра у меня 2 ведра. Ну, я хочу 15 банок компота закрутить, а остальное, наверное, более-менее такую вот повыбираю, а остальное, что прям вот кисленькое, ее оставлю, сделаю ткемали. Но это я уже завтра сделаю, с ней ничего не будет. Она такая, видать, что, что будет лежать и лежать. Ну, компоты вот экстренно я закручу 15 банок, так вот, чтобы экстренно, если нужен срочно компот открыть. А так всю и фрукту я буду замораживать в этом году. Ну, что у нас там еще будет из фрукты? Малина пойдет еще, по-моему, осенью, да? Яблоки, там, виноград. Ну, может быть, еще банок 10-15, чтобы виноград не замораживать. Яблоки и виноград тоже вместе, в перемешку закручу с этим. Ой, ну да, яблоки с виноградом. В общем, вот такой вот. И урожая нет, и желания нет, если честно, все это делать. Жалко, столько времени убито на огород. И собрать вот таких вот гигантов, ну, это, конечно, прям предел мечтаний. Все, разложила я фрукту по банкам. Что я вообще включилась? Хотела вам показать. Я всегда компот заливаю один раз кипятком. Но всегда в каждую банку добавляю таблетку ацетилки. Заливаю сиропом уже, сахар добавляю в воду, таблетку ацетилки на всякий случай. Ну, никогда у меня, никогда ни одна банка не взрывалась. Это я уже много лет так кручу. А бывает там по 2-3 раза эти компоты несчастные сливают. Нет, я делаю один раз. И этот уже способ прям проверенный годами. Так что, может быть, кому-нибудь из вас пригодится. В любую закрутку я даже салаты, когда какие-то делаю, всегда ложу таблетку аспирина. Это никак не влияет ни на вкус, ничего. Наоборот, даже полезнее, кровь разжиживает она. Так что, вот как-то так. Может, кому-то на заметку. Так, ребятки, вот что я сделала, что помидоры перекрутила. Что-то я со стаканами не подрасчитала. Вот залила в эти силиконовые формочки. Потом они застынут, переложу их в пакет и вот так буду в морозильной камере хранить. Ну, в общем, ничего не добавляла, ни соль, ни перец, просто болгарский перец вместе с помидорами. Эта заправка у меня пойдет на борщ. Вот буду, если борщ варить, достану стакан вот этой заправки, добавлю ложку томатной пасты или сколько там не надо будет. И очень даже нормалек. Так, ребятки, у нас тут сейчас опять мероприятие. Опять жарим, готовим. Видите, куры замариновали, курей. А нет коза-повара. И я мариновала. Но это мы не себе, это нам надо отнести в одно место. Свои деньги откуда? Вместо того, чтобы нам ей отдать деньги, ты одну деньги хочешь отдать. У нее трое детей. Да, я вообще многодетная мама. Откуда? Подожди, еще за третий месяц ничего не известно. Кто сказал? Кто сказал? Путин ничего не говорил. Ну, Путин не говорил. Школы говорили, если школы откроются, родителям будет помощь какая-то, чтобы детям подготовить в школе. Красиво получилось. Красиво. Прожарились же они.
Да прожарились по любасам. Она и красиво. Красиво, ну. Красиво. Вот это берешь. Красиво. Ты ушла из нее. Давай, давай. Я себе чуть глаз не спалила. Висок сожгла. Я где-то виновата стала. Ну, на ком-то я глаза поднимаю, а нет-то. Я... Да, а что я? Она еще раз. А что в том вишне? А я... А я так может... Это просто защитная реакция была. Это у нас 5 курей. 5 курочек. Умещай их, чтобы много вместилось, чтобы на 3 захода. Я говорю, давай деньги. Подожди, подожди. Ну да, чем я тебе говорю, скоро мы все на все будем скидываться. Блин. Ну. Да. Вмещайте их насколько максимально, чтобы 3, еще одна сковородка. Вот иди сама ложи тогда. Давай, давай, я снимаю, мне некогда. Кто-то давай снимать будет. Как о вас узнает вся страна, как о вас узнает? Так, по многочисленным просьбам телезрителей идем подстригаться. Наконец-то. Хочу подстричься этот... асимметрию. Не знаю, сейчас покажу фотографию с этого, с интернета скачала. Покажу, если сможет она меня так. Но закалывать я все равно буду, потому что не могу я с распущенными. Ну, может, так подстрижет хорошо, может, и буду. Ты как будешь? Она хочет тоже так же. Не, но меня пускает первую, как подопытного кролика, говорит. Если тебя хорошо подстригут, я тоже. Мы в косынках сейчас были, поэтому у нас на голове гнездо. Вот здесь у нас этот дети ходят в школу по этой дороге. В общем, 5 минут мы даже, ну да, 5 минут, да, до школы мы живем. То есть ни дорогу они не... Детям, да, и 5 минут нету. Здесь еще есть короткие пути. Этот, зато не боишься, что они там дорогу переходят или еще что-то. А уже осенью много КАМАЗов едут, как раз поля с полей собирают урожай. В общем, удачно мы тут в таком месте живем. Вот дом культуры построили, когда? В том году, да? В том году? Территория хорошая, дети ходят на танцы сюда. Все кружки, мероприятия не в школе проходят, а здесь теперь. Да и мы тоже ходили на концерты. На 8 марта у нас приезжали певцы. На 23 февраля. Потом вот этот коронавирус. И что-то потом все затихло. Молодежь сидит вот на лавочке, там отдыхают по вечерам. Вот видите. А вон школа за домом культуры. Школа, садик, все вот здесь в одном месте. Спорткомплекс вон там, видите, вот с бордовой крышей. Там дети боксом занимаются. Вот это памятник. Вот эту всю плитку, весь керамогранит, это мой муж ложил. Видите? Памятник погибшим во время Великой Отечественной войны.
любуется, на видео записывает. Контент, контент это. А нету ждем. Гляньте, какой дождь. А мы же с прическами. А как мы пойдем? А? Это в ауле наш магазин. Видите, все-все есть. Все, что хочешь купить. Все, это вот хозяйственный отдел, продуктовый. В общем, все есть. Ничем мы здесь не обделены. И таких у нас магазинов немало по аулу. Так, ну что, мы идем. Настриглись я тут. Ветер дует, все сдувает. Короче, я придумала под эту стрижку. Вот так я с распущенными не смогу. Просто буду у нее подстригаться дальше. Длину, наверное, буду по чуть-чуть оставлять. Просто она мне все состригла неживое. Поэтому получилось так коротенько. Все неживое, то есть все такое, все эти сосульки состригла. А если сейчас гофре сделать, гофре корни, и нормуль будет прям вот так объем стоять. Так, а нитку тоже подстригли. Вон она. Но она взяла сегодня с утра, она же хотела ехать куда-то там. И взяла лаком, волосы сделала. Поэтому ей ее не получилось прям уложить так нормально. Дома уже уложится. Ну, короче, вот так. Вот такие вот дела. Так, ну и в завершение. Вот у меня заморозило все. Сейчас переложу это в морозильную камеру. Вот что получилось, видите, с этих силиконовых формочек, что я заливала. Вот, видите, вот такие томатики, они прям хорошо от силиконовых формочек отстают. Вот сколько тебе надо штучек достал, добавить, что тебе надо. Классно, мне понравилось. 7 стаканов, больше мне понравились вот эти формочки. Вот залил, и места они много не заливают, куда хочешь добавляй. По компоту тоже вот. Вот такой цвет получился у меня, 15 банок. Я еще для цвета чуть-чуть добавила, замороженная вишня у меня была. По банкам разложила, и вот так получилось классно. Ну все, мои хорошие, всем пока-пока, до следующего видео. Всех вас целую, люблю, до Луны и обратно.